Здрасте. К сожалению, вы начали с поражения новый сезон. В чем проблема? Ну, здрасте. К сожалению, да, новый сезон начался с поражения, поскольку не было трех игроков заявки и двух ключевых игроков не было всего. Вот. Ну, я считаю то, что Вашингтон довольно-таки серьезный соперник, очень хороший состав. Хотелось бы увидеть немножко побольше активности со стороны девочки-судьи. Чуть она помалкивает, мне кажется. А так, прекрасная игра. Мне понравилось. Golden State сегодня выиграл с разницей 110. Что вы скажете по этому поводу? Честно? Да, 110. Мой был вопрос, как перестать орать с этого. Ладно, спасибо.